Экономическое шоу стоимостью почти 3 миллиона рублей. Именно столько потратит на проведение форума администрации области. Впрочем, затраты, по мнению властей, должны окупиться за счет заключенных контрактов. На третий экономический форум в Владимир приедут 150 VIP-персон. Среди них представители федеральных органов власти, зарубежные эксперты, руководители предприятий и бизнесмены. Всего около 1500 участников. Перед гостями Владимирская область должна предстать как символ импортозамещения и инновационного развития. В регионе созданы 5 центров импортозамещения, которые объединяют десятки предприятий области. Их продукция может успешно конкурировать с иностранными аналогами. Вице-губернатор Алексей Марченко дал понять, что 33-й регион скоро будут знать за рубежом. На 360 градусов мы покрутим эту ситуацию сегодня, что как видят ее с разных сторон наши эксперты, где какие проблемы есть. Главная цель, конечно, это выход наших предприятий на экспортные поставки. Это главная цель, естественно. Мы должны быть интегрированы в мировую экономику. Мы не собираемся замыкаться. Инвестиционные козырные тузы нашего региона – это РЖД и «Газпром». Объем контрактов с ними исчисляется миллиардами. Впрочем, есть грандиозные планы по освоению других глобальных рынков. Власти ставят на криогенику – производство оборудования, которое может работать при сверхнизких температурах. Базой для новых технологий станут производственные площадки в Гусь-Хрустальном. Они сегодня выпускают запорную арматуру именно для транспорта нефти. И как раз здесь группа предприятий будет заниматься производством регулирующей запорной арматуры именно низкотемпературных криогенов. Инвестиционные политики региона должны соответствовать и муниципалитеты. По мнению первого вице-губернатора, сити-менеджеры тоже должны найти у себя точки роста и привести в порядок свой имидж. Муниципалы должны заняться муниципальной экономикой. Очень серьезно. А самая главная база – это малый и средний предприниматель, который там. И ресурс самый главный – это люди. Брендирование муниципальных образований – это очень важно. У каждого города, у каждого района должен быть свой облик, свое лицо. Регион рассчитывает заключить в рамках форума 16 соглашений. Они касаются строительства, производств и внедрения новых технологий. Ирина Начерова, Александр Мажаров, 6 канал.